Один из важных моментов – это уточнение тех или иных формулировок или внесение изменений в нормативную базу, которая обеспечивает нам эффективную работу по приоритету 2030. Сегодня такие вопросы тоже рассматривались. Инвестиционный совет обсудил целый ряд изменений и своим единогласным решением подтвердил необходимость этих изменений, которые будут сделаны и закреплены соответствующими приказами. Ключевая задача любого проекта – это достигнуть того результата, программного результата, который, соответственно, был. И из тех проектов, которые мы завершили, это уже цифровые кафедры, сегодня был проект «Учиться сегодня, лидировать завтра» и разработка лапароскопических инструментов. То есть многие из этих проектов завершили срок, какие-то ранее были продлены, но в любом случае достигли соответствующего результата. Достал.